В Южной Осетии экологи спасли медвежат. Браконьеры убили медведицу, а детенышей забрали с собой. Однако двух-двухмесячных медвежат удалось найти. Их доставили в Балтинский природоохранный заповедник. Первый найденыш ручной, как котенок, поэтому его самостоятельная судьба вызывает опасения. Второй же боится людей, огрызается и кусается. Ему будет легче выживать в дикой природе. Специалисты Центра спасения медведей в Тверской области готовы организовать процесс адаптации медвежат к естественной среде. Но перевозить животных не будут. Они останутся в заповеднике. Тверской Центр спасения медвежат-сирот находится в 450 километрах от Москвы. Ежегодно в него попадают до 20 детенышей бурого медведя. Центр работает более 20 лет и является уникальным учреждением в России. Благодаря ему в природу после реабилитации вернулись более 230 медвежат-сирот.